Новый год – это традиция, Марин. А лучшая новогодняя традиция – любимые песни в исполнении лучших артистов в необыкновенном новогоднем огоньке. На сцене народные артисты России Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Я приду в знакомый ресторан, пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать. Будет вечер теплым, как тогда, будет та же на небе звезда, мы с тобою встретимся опять. Но не прокрутишь назад кино, где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих. Да, не заметили мы тогда, что давно замела зима этот столик на двоих. Лунный свет мерцает сквозь стекло, странно понимать, что все прошло, и наивно плакать на показ. Ну почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи, точно так же все, как в первый раз. Но не прокрутишь назад кино, где тонуло давным-давно в ласковых глазах твоих. Да, не заметили мы тогда, что давно замела зима этот столик на двоих. Не заметили мы тогда, что уже замела зима этот столик на двоих. Скомканную пачку сигарет на бокале от помады след я оставлю на пустом столе. Ты поверь, мой друг, я не сержусь, этот столик на двоих, клянусь, самый мой любимый на земле. Самый мой любимый на земле. С Новым годом! Здоровья, долголетия, любви, всего самого-самого доброго. С Новым годом, любви.